Здравствуйте, меня зовут Марсел Гасунс, я секретарь общества ревнителей санскрита и с 2005 года занимаюсь изданием книг по санскриту. И в основном я известен как издатель, нами подготовлено уже 17 книг. Работаем над 10 другими. На сегодня я обращаюсь по другому поводу к вам. Мы хотим записать студийную запись санскритского напевного алфавита. Еще никогда прежде в мире ничего подобного не делалось. Мы хотим до 11 августа, когда в Москве начнется празднование Дня Индии, собрать наших лучших санскритских рецитаторов и записать алфавит. Алфавит мы хотим записать в студии, и нам потребуется 25 тысяч рублей, чтобы свести вместе голоса из нашего санскритского хора. Программа минимум 25 тысяч рублей. Этот алфавит на основе южноиндийских народных напевов придумала Уша Санка из города Тирупати. Это наша базовая программа, 25 тысяч рублей до 1 августа. И вторая часть – это непосредственно выступление на концерте Дня Индии в 2022 году. И для этого нам нужно оплатить живое выступление наших индийских музыкантов. Это еще 15 тысяч рублей. У нас программа длительностью полчаса. Для наших бхайравских гимнов нам нужны музыканты. То есть 25 для алфавита студийного, плюс 15 концерт на Дне Индии, где общество ревнителей санскрита будет представлено широкомасштабно. Но все траты несем мы сами. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне воплотить нашу давнишнюю мечту. В прошлом году мы собрали 100 тысяч для студийной записи Калабхайраваштаки. В этом году нам нужно всего 40 тысяч. Но без вас это будет невозможно, и концерт необходимо будет отменить, как и запись алфавита. Уповаю на вас и обращаюсь к просьбе. Спасибо. И до свидания.